Павлодарской области усилили охрану леса. В Сосновом Бору, где совсем недавно произошло крупное возгорание, разработали оперативный план на случай тушения лесных пожаров. Напомню, тогда огонь охватил свыше 300 гектаров молодого леса. Ущерб государству превысил более 30 миллионов тенге. Ербол Абишев продолжит. В природном резервате Ертыс-Орманы спешно опахивают лес. Эти искусственные преграды важны в период пожароопасного сезона. Вокруг леса начались весенние отжиги. В любую минуту пожар со степи может проникнуть в Сосновый Бор. Отработали все мероприятия противопожарные. Сейчас у нас подготовка идет к проведению профилактических мер борьбы с лесными пожарами, как устройство минерализованных полос и уход за ними. Сейчас в лесу высокий класс пожарной опасности. На территории резервата выставлены 11 противопожарных постов. Круглосуточно на потенциально опасных участках несут дежурство боевые расчеты. Ситуацию с воздуха контролирует вертолет. На борту у нас два десантника пожарных. Если площадка позволяет, мы высаживаем десантников. Они занимаются тушением до прибытия основных сил. Пожарный десант – профессия опасная. Они первыми вступают в борьбу с огненной стихией. В прошлом году в лесу зарегистрировали 75 пожаров. 25 из них потушили благодаря оперативности и отваге пожарного десанта. При степном пожаре заходит в лес, например. Вот тяжело тушить. Как бы стараемся выполнять завы, как своевременно останавливать пожар. За 20 лет было много ситуаций. Всякие были ситуации. Были даже жертвами. С начала месяца в Сосновом Бору случилось 4 возгорания. Более 340 гектаров лесной площади пострадало в огне. В природном резервате Ертыс-Орманы подозревают, что в двух случаях был умышленный поджог. Мы готовы своевременно отразить любой пожароопасный период. Ведется круглосуточное дежурство. График сменности сутки трое. Недавно удалось достигнуть соглашения по оказанию взаимопомощи с управлением лесами Алтайского края России, природным резерватом семьи Орманы, акимами сельских округов и крестьянскими хозяйствами. Полиция и погранслужба тоже подключились к охране леса и борьбе с браконьерством. Скоро пройдут учения по отработке совместных действий при ликвидации лесного пожара. Ербол Абишев, Самат Аспанов, Женис Тимербулат из Павлодарской области, Хабар 24.